В ожидании прибытия главного волшебника страны рязанцы танцуют прямо на вокзале. Княжна Забава, говорящий пингвин и почтальон подогревают интерес публики, находясь на связи с машинистом прибывающего поезда. С минуту на минуту сюда прибудет волшебная команда Деда Мороза. Вокзал «Рязань-2» сегодня аккумулировал на своей площадке все самые яркие позитивные эмоции. Зайцы, гном, снеговик и, конечно же, Снегурочка. Атмосфера праздника прокатилась по железной дороге уже через многие города России. К нам поезд Деда Мороза прибыл из Воронежа, чтобы каждый ребенок мог загадать свое заветное желание, а взрослые вспомнили юные годы, когда вера в чудо была неотъемлемой частью декабрьских дней. Приехал я к вам издалека, из самого великого Устюга, где встречаю я ребятишек со всего белого света. Вот уже в третий раз мои добрые друзья-железнодорожники снарядили поезд волшебный, чтобы я в каждый город успел. Да сказкой своей поделился. Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Праздничная программа обновляется каждый год. Вагон-приемная главного волшебника, вагон-сказочная деревня для проведения игр и квестов, вагон-сцена и вагон-кукольный театр для проведения представлений. Вагон-лавка с северными сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для проведения чаепитий рязанцам пришлись по душе. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».